Сразу три избирательных участка работают в новой школе микрорайона «Финский». Здесь проголосовал глава округа Андрей Булгаков. Прийти на выборы в школу руководителя муниципалитета пригласили родители учащихся образовательного учреждения в день его открытия. Уже в первый день голосования глава исполнил свой гражданский долг в стенах школы вместе с жителями Финского микрорайона, для которых, как они сами признались, прийти на голосование значит определить будущее для региона и округа. Когда открываются избирательные участки, когда ты первый заходишь, ну в числе первых заходишь, и мне кажется, я ждала этого дня. Вдвойне приятно голосовать, принимать участие в голосовании в новой школе, которая открылась у нас в микрорайоне Финский. Да, 1 сентября она распахнула свои двери для деток, и мы всем микрорайоном ее очень долго ждали. Поддерживаю все то, что происходит сейчас, все то, что изменения все, которые я вижу в нашем городе. Это прям такая традиция у нас в семье, приходить, голосовать. От голосования зависит будущее нашего города. Он и так процветает. С каждым годом все лучше и лучше. Напоминаем, что голосование проходит в течение трех дней. Участки открываются в 8 утра и завершают работу в 20 часов.